Эй, всем привет, меня зовут Дмитрий, это канал Кода ТВ, и сегодня мы будем проходить события «Грозовые отпечатки», а именно «Молниеносную атаку», вторую часть этого ивента, и начинается она с задания. Так. Отслеживать. Представляете, целая куча примагемов, еще и ивентик, чтобы нам еще больше примагемчиков насыпало. Аттракцион невиданной щедрости. Капец, время вечер, у меня за окном 30 градусов жары. Бля, просто сдохнуть можно. Днем так вообще 40. Это конец, вообще, я уже плыву. Сейчас придется холодный душ пойти принимать, потому что я уже весь мокрый. Пока сижу тут. Во время события «Грозовые отпечатки» путешественники могут активировать механизмы, чтобы принять участие в испытании молодости атаки. Угу. Во время молодости атака появляется специальное жилище грома. Персонажи, находящиеся рядом с жилищем грома, имеющиеся электроны, находящиеся под действием электроны, подходящие атак заряженные электрогрома. Когда жилище грома полностью зарядится, оно произведет грозовую атаку на сильный электрогром. Персонажи на активном. Если грозовая атака попадет в противника, то в течение некоторого времени он будет получать больше урона. Электрогран может выдержать урон, нанесенный грозовой атакой. Так, не особо понятно. Но давайте попробуем. Подойдем. Начать испытание. I will have order. Lament. Tear. My blade. Ну вот, я все пропустил. Весь Warfless пропустил. Ага, вот она бахает так неплохо и наносит урон. Да, сразу же завершилось одно испытание. Завершите испытание молниеносная атака 1, завершите испытание 5 раз, 10 раз. Ого, сколько тут примагемчиков, охренеть. И это можно все сразу выполнить, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это 210 примагемов, охренеть. Прям нормально. Прям щедренько, щедренько так. Угу. Начинается оно тут. Это испытание. Ну, в принципе, довольно крутое испытание. Мне понравилось. Угу. Оно получается нас... Так, каждый раз будет в разное место посылать, если я правильно понял. Но это не суть важно. Самое главное, что 210, мать его, примагемчиков. Ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока и до новых встреч.